Читай, ёбаный книжки, блядь, читай! Хватит мне свой интернет со своими ёбаными толстыми и пошкинами! Подождите, сейчас я выдохну. Слушай, ты, блядь, мордок шарахнула, хуй ты как мудак-то! Помните о том, что вам хотят нассать в уши. Совете, дайте его нахуй! Не знаете ни одного предметного слова? Поздравляю, вы нормальный человек! Читай! Ёбаные книги, блядь! Читай, Питер! Читай, сука! Читай, ёбаные книжки, блядь! Читай, блядь! Все, что было до этого, это полная хуйня. Название гандонов на голову, шум Регина, синие цветы, обматывание скотчем. Это просто чушь, говно. Но тот был таким всегда. Но сейчас начинает происходить реально серьезная хуйня. Возможно, самая серьезная хуйня за все существование Ютуба. Министерство культуры Российской Федерации едет на Ютуб. Эй, Минкой, стой, это не ваша территория. Куда вы, блядь, едете? Нам-то куда деваться? Вы, старперы, так заполонили все медиапространство. Музыка, фильмы, газеты, все для вас. На Новый год Пугачева с Петросяном. Какие-то фильмы про хуйню, про молоко, которые интересны только ебаным дедам. Программу о том, что тупая молодежь не знает, когда родился книжка. Ебать, как смешно, блядь. Хватит мне по интернету своими ебаными толстыми и пошкинами! Да мне похуй на вашего Пушкина, когда он родился и когда умер, мне насрать. Мы съебали от вас в интернет, смотрим картины, что не бывает, никому не мешает. Но вы и сюда пришли, начали закрывать сайты, купили самых конченых пидорасов ютуберов и хотите с помощью них насрать еще и тут, в интернете. Нет, хуй. А теперь суть истории. Неделю назад среди самых стрёмных блогеров был собран эпический зоопарк во главе с папой Сашей Филмер. Папа Саша построил зоопарк встроенный резерв и повел на встречу с министром культуры. Итак, блогеры на пару с министром культуры решают важные вопросы. Состав серьезно впечатлил даже выдавших книги сотрудников Минкульта. Саша Филмер, Юля Пушман, слава представляющих, что все происходит и где они, блядь, находятся. Максим Костокуцов, 7 лет натянувшийся в камеру на фоне леопардового ковра, тоже вдруг решил заняться просвещением. Максим Брант еще месяц назад высылал лопавший шарики своей промежности. И, натиравший жопу об асфальт, с важным видом сидит на стульчике. Немного жаль неприятного Эльдара, которого туда даже читай, не... Читай, ёбаные книжки, блядь, читай!